Если спросить у человека, чем занимается студент на карантине, то он вам ответит: да ничем, ест, спит, в компе сидит, и будет совершенно неправ. Не слушайте его, у нас есть доказательства. Кожного дня ви нас питаєте, чим ми займаємося під час карантину. Зараз я вам покажу. Ми готуємося до екзаменів. А ще ми здаємо їх. А також... When you asked if I could see, I was pulverized, sat in overdrive, test and recognize. Даже сидя дома, нужно продолжать поддерживать свое тело в тонусе, даже легкими физическими упражнениями. Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Пишу английский, да, вот, английский, да, всем привет, да, вот, английский. Максимум, что я могу сделать на карантине, это выгулять собаку. Арчи, Арчи. We'll be right back.
бережіть себе, і все буде добре. 36 і 6 вам.